Всем привет, меня зовут Макс Прайм. Сегодня мы про Турцию. Загрузка Турции. Вау, ничего себе, 31 войск. Я вижу, что пора уже. Он захватил специально Греция, специально 24 войск. Смотрите-ка. Откуда у него? Машина. Тактика, когда у вас есть машина, сразу же. Думайте, как я. Управляйте их. Давайте на... Быстро, да? Было. Я не буду воевать сейчас. Ставлю. Вот покой, а вот дискресс нужно повоевать. Вот смотрите, он. Они специально. Мы уже в атаку идем, типа того. Мы все идем туда. Так, парни у нас тут. Всем фронтам. Ай-яй-яй-яй, подожди. Я хочу запустить этот остров, как бы. Потому что он реально тоже хочет меня захватить. Поэтому выстроим крепости и всякое такое. Мне железо хватит на всех. Тоже это моя столица, как бы хранять. Да по всем фронтам. Тут он тоже, в принципе, сможет. Я думаю, не додумается. Кому они всегда вот. Тут как перебор с 8. Наверное, усилю. Чтоб он понял, что мы реально хотим. Вижу тут 9, у нас тут 31. Я, конечно же, иду, чем бы нет. Румыния. Румыния, она, возможно, нас нападет. Или мы не будем захватывать. Тоже тут видишь, скажут, ты что тут делаешь? Мог, конечно, тут, но оказывается, придется с Грецией побороться. Если прям до такого ж дошло уж. Я понимаю, почему у вас только 12, а не 11, потому что у вас казарма, блин, прокачана. Все тут главное в казарме. Все, для начала игры мы сразу же должны брать... Вот, как бы... Ой. Ну, это такая цена дорогая очень. Все тут дело в казарме. Вот, блин, очень дорого. Вот не люблю, когда так слишком дорого. Вот увеличиваются по ценам специально. Да, надо с этими ресурсами что-то поделать бы. Рыба. Ну что ж, ты, наверное, будешь идти, как бы. Вот эти ком. Да. Захочу, установлю точку. Тут можно еще патруль сделать. Это вам можно вернуться,
Вот если она будет считать точно как дык, если покажет война по полной программе, то придется воевать. По программе, куда ты идешь? Я думаю, там один какой-то пехот останется. Делать быстрым ходом. А туда одна пехота, я чувствую, если не будет, то это будет очень плохо. Бэм, жестко. Вот такой мой гайд. И для того, чтобы побеждать, нужно освоить там фанду. То если у вас я на районе без этого всего буду отдыхать и ждать, чем раньше мы построим казармы. Но тут такие цены, что просто не крути. О, продать рыбу. Не купить. Что по ценам можно хоть что-то полосить, закупиться. Ну тогда, увы, будем строить крепости, где необходимо. Красиво. Нам нужно, кстати, еще. Блин, так страшно. Пишите комментарии, со мной мы с вами подписчиками поиграем тоже.